Торжественная церемония вручения ведомственных и областных наград медикам состоялась в правительстве автономии. В Большом зале областной администрации собрались настоящие профессионалы своего дела, верные своей профессии. С поздравлением к медицинским работникам первым выступил губернатор автономии Ростислав Гольштейн. У меня очень много друзей-врачей. У меня двое племянников закончили Ярославскую медицинскую академию. А нет ничего дороже здоровья и доверия к врачу, потому что все мои знакомые доктора говорят одно, что если мне не верит пациент, я не могу его вылечить. Люди проявляют свои лучшие качества в трудные времена. Вот и профессионализм врачей, медсестер, акушеров, фельдшеров и лаборантов проявляется на передовой в борьбе с коронавирусом. Отличившихся специалистов удостоили нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Российского министерства здравоохранения, званием «Заслуженный наставник молодежи ИАО», медалью за доблестный труд и благодарностью главы региона. Мы все работники медицинские заслуживаем этих наград. Это если работаешь в медицине, работают только те, кто отдает душу и сердце этой работе. Помимо наград, церемония знаменовалась еще двумя событиями, значимыми для областного здравоохранения. Акушер-гинеколог из Облучинского района Александр Лисенко получил сертификат на единовременную выплату по программе «Земский доктор». А вот водители районных неотложек получили ключи от 22 новых автомобилей скорой помощи. Приобретение техники стало возможным благодаря реализации программы «Точки роста». Алена Шот, Кирилл Богаченко, новости 21.